Так, коллеги, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Можно дать плюсики в вопросы. Отлично, видим плюсики. Так, вижу, Евгения включила микрофон. Так, собственно, сегодняшний вебинар проведет Иван Малышин из компании 1С Bittrex. Евгения, выходи на связь. Мы пока тебя не слышим, подожди. Так, попробуй сейчас. О, отлично. Раз. Да, мы тебя слышим. Да, меня зовут Евгения Новикова, я менеджер проектов компании MCArt. Наша компания занимается внедрением корпоративных порталов и разработкой модулей под маркетплейс для коробки. Мы являемся лидерами в этом вопросе. Если что, начните. Собственно, да, чек саунд мы сделали. Слышно нас, значит, и видно, хорошо. Значит, Блэйд, проверяю, что мы включили запись. Евгения, включи, пожалуйста, да, у себя, да, я включу у себя, чтобы мы вели сегодняшнее мероприятие и могли его выложить. Так, ну что ж, перейдем к тому, что у нас, собственно, происходит. Да, перед этим еще одно замечание на тему, что вы нас видите видеокамеру и экран, и можете менять, как вам удобно. Двигать полосочку вправо-влево, делать нас больше-меньше и убирать совсем. Собственно, напомню, что у нас происходит. Мы ведем целый учебный курс, да, а не просто вебинар. И наша задача во второй части этого курса научить вас как можно большим возможностям автоматизации бизнес-процесса с помощью Bittrex24. И опять же, что для этого нужно, это приходить к нам на вебинары, ну или посмотреть записи, если вы не попадаете, и, конечно, практиковаться. Мы будем показывать в этой части курса конкретные кейсы, и вы можете пробовать их реализовывать у себя, или эти же возможности применять на свои задачи и давать нам обратную связь, что получается, что не получается. Собственно, я напомню, что мы провели первую часть курса, в которой рассмотрели азы, как вообще создаются бизнес-процессы. Начиная от того, что их нужно сначала нарисовать на бумаге, правильно формализовать, затем все основные возможности по их реализации. Запись, материалы, домашние задания, ответы на вопросы, все это доступно абсолютно всем, лишь что у нас на сайте в виде учебного курса. Туда же будет добавляться и второй части, которую мы пройдем сейчас, и после вебинара мы обязательно всем делаем рассылку с ссылками на материалы и на записи. Если вы не участвовали в первой части курса, то будет очень полезно посмотреть запись. Кстати говоря, скажите, пожалуйста, поставьте плюсики те, кто участвовал, и минусики те, кто не участвовал в первой части курса, чтобы было понятно, кто у нас сегодня, больше новичков или больше тех, кто уже был. Наверное, даже больше тех, кто с нами в первый раз, да, причем как значительно участвовал. Хорошо, то есть, видимо, пришла более прокачанная аудитория, как раз таки те, кто на расширенные знания есть, те, кто новичок. Итак, если вы, ну, если так, не считаете себя уж совсем гуру в бизнес-процессах, обязательно посмотрите первую часть. Вы сможете понять азы, как вообще проектируют, делают. Сегодня мы уже будем ориентироваться на то, что вы знаете, как состоится в принципе бизнес-процессы, умеете их делать, будем показывать какие-то конкретные кейсы. Собственно, у нас во второй части будет 4 вебинара. Сегодня мы посмотрим про дополнительные возможности, которые мы в первой части не смотрели. Мы поработаем опять со списками, поработаем с диском и чуть-чуть попробуем, покажем, что такое работа с объектами CRM. Второй вебинар из этого цикла, наверное, будет, может быть, самый такой востребованный у основной аудитории. Мы будем показывать, как создается бизнес-процесс со статусами, вообще в чем их отличие от тех, которые последовательны, когда их стоит применять, ну и научим понимать, как они работают, и покажем пример реализации. Также будет отдельный вебинар по тому, как работать с объектами CRM, делать по ним бизнес-процессы. И последний будет посвящен разработке собственного действия. Бывает так, что вам не хватает какого-либо действия, и даже для Bittrex24, для облачного продукта есть возможность разработать собственные действия. Мы покажем, как это делать на примере. Нам ждут в это время в чате очень много вопросов, где взять первую часть. Еще раз, после окончания этого вебинара мы всем участникам сделаем обязательно рассылку с информацией о том, где размещена запись. Там же будет и первая часть
вебинара. Там, где вы записывались на форуме на этот курс, также была ссылка на записи по предыдущим. В общем, очень много мест, где можно найти, не потеряете. Собственно, по тому, как сегодняшний пойдет вебинар, мы планируем час-полтора, в зависимости от того, как у вас будут вопросы, насколько мы сможем на них глубоко поотвечать. В процессе мы будем делать остановки для ответов на вопросы. Пожалуйста, спрашивайте их в чате, я постараюсь параллельно фиксировать наиболее интересное что-то отвечать. Мы точно не сможем ответить всем, не обижайтесь, потому что вас очень много, мы иногда просто не успеваем прослушать, прочитать даже все вопросы. И, конечно, мы вряд ли сможем ответить на какие-то тонкости, если у кого-то что-то в проекте где-то не получается, сложно оценить ситуацию по вашему одному комментарию, дать какое-то решение. Мы постараемся как можно больше дать ответы на вопросы по теме сегодняшнего вебинара, что понятно, что непонятно, что стоит показать, повторить или уточнить. Да, и вопросы вижу я, видит Евгения, вы не видите друг друга, это так специально организовано, не переживайте, все, что вы пишете, попадает к нам, мы это видим. И еще раз, запись обязательно будет. Да, это очень популярный вопрос, обязательно. Собственно, где вам бизнес-процессы? Очень популярная тема также, я хочу попробовать бизнес-процессы, а у меня их нету. Если у вас облачный BitX24, то бизнес-процессы присутствуют в двух верхних тарифах – команда и компания. Если у вас тариф проект, который бесплатный, или проект плюс, то там бизнес-процессов нету. Но вы можете на месяц включить в себя деморежим полной версии и увидеть их и использовать их для обучения. Если вы уже включали, то повторно в том же аккаунте включить нельзя. Вы можете себе зарегистрировать новый аккаунт для обучения, включить там деморежим и проходить курс, вместе с нами делать то, что делаем. Собственно, я передаю слово Евгении, и мы приступаем непосредственно к сегодняшнему теме вебинара. Буквально минутку я переключу трансляцию на экран Евгении. Я отдаю тебе запрос, ты должен быть. Видно мой экран? Да, у меня картинка обновилась. Коллеги, пожалуйста, участники, подтвердите. Да, есть плюсики, твой экран виден. Отлично. Хорошо. Так, ну, давайте, пожалуй, начнем. Наш сегодняшний план работы таков. Как уже сказал Иван, мы с вами посмотрим сегодня, как работать со списками из бизнес-процессов, затронем работу с диском, посмотрим, что такое CRM, я кратенько объясню, для чего она нужна и как с ней работают. И мы с вами потренируемся на создание бизнес-процесса, согласование коммерческого предложения. И в конце мы ответим на вопросы из прошлых вебинаров, который мы отобрали как наиболее подходящий к нашей сегодняшней теме. Так, следующая страница. Наша небольшая схема коммерческого согласования коммерческого предложения, которую мы сегодня будем рассматривать. Довольно часто бывает, что в вашу компанию приходят какие-то предложения от других компаний, которые хотят, чтобы вы у них что-то купили, не знаю. В общем, короче говоря, коммерческие предложения. Вам необходимо понять, что с ними делать. Для того, чтобы как-то автоматизировать этот процесс, мы решили сделать вот такой небольшой бизнес-процесс, который состоит буквально там из 4 частей. К нам приходит новое коммерческое предложение, мы отправляем его на согласование какому-то сотруднику нашей компании, которого мы считаем экспертом в данном вопросе, чтобы он решил, что с ним делать. И дальше, в зависимости от его решения, мы либо удаляем это коммерческое предложение, либо сохраняем его на диск и записываем его в реестр, чтобы в дальнейшем можно было к нему вернуться. Либо, если мы решаем, что это очень полезное коммерческое предложение, мы сразу же создаем сделку и начинаем с ней работать. Первое, что нам понадобится для реализации этого бизнес-процесса, это работа со списками. Я так понимаю, вы уже затрагивали это в предыдущих вебинарах. Самый близкий аналог списков – это таблицы в Excel. Для чего мы можем их использовать? Для хранения каких-то реестров, договоров, коммерческих предложений, заявок на работу, описание каких-то наших проектов, объекты, с которыми мы работаем. В общем, все, что можно представить в табличном виде. В BitX24 списки бывают двух видов – для бизнес-процессов живой ленты и универсальные списки, которые живут сами по себе. Сейчас мы с вами переключимся на наш тестовый портал, и я вам покажу, где они живут. Вот портал BitX24, на котором мы сегодня будем работать. Слева у нас есть меню, в нем есть живая лента, и есть раздел «Компания», в которой есть пункт «Списки». Вот списки, которые находятся в разделе «Компания», это универсальные списки, которые живут сами по себе. Вот, например, наш реестр коммерческого предложения,
который мы сегодня будем рассматривать, и я чуть попозже о нем еще расскажу. И есть списки, которые работают с бизнес-процессами живой ленты. Мы перешли в живую ленту, мы можем к этим спискам пройти либо через кнопку «Еще процессы настройки», и мы увидим список всех наших списков. Либо же у нас есть в разделе «Бизнес-процессы» прямо пункт «Процессы в ленте». Мы попадаем точно туда же. Как мы видим, вот наши все процессы. Если мы заходим в конкретный процесс, мы видим список. В нашей сегодняшней работе мы будем использовать два списка. Один список, собственно говоря, живой ленты, которую мы будем использовать для согласования коммерческого предложения. И второй список – реестр коммерческих предложений, куда мы будем сохранить информацию для того, чтобы потом ее иметь к ней доступ. В чем отличие? Давайте посмотрим. Вот наш список, который относится к живой ленте. Здесь у нас заданы только те поля, которые нам необходимы для согласования, чтобы максимально быстро позволить сотруднику отправить нужному эксперту на согласование наше коммерческое предложение. Это название, которое содержит какую-то суть коммерческого предложения, ответственный, которому мы отправляем, собственно говоря, наш бизнес-процесс. Дальше у нас идет название компании, ну, дата создания – это поле автоматическое, чтобы мы отслеживали, когда к нам эти коммерческие предложения пришли, собственно, файл коммерческого предложения, комментарии, телефон, e-mail и статус, который у нас будет вспомогательным полем, в котором мы будем заносить результат нашего бизнес-процесса. Это список живой ленты. И у нас есть список реестр коммерческих предложений, который похож на список живой ленты, но он немножко шире. Здесь мы точно так же видим поле названия, которое мы будем брать из живой ленты. Опять же, дата создания, файл ответственный, но у нас здесь есть еще дополнительные поля, в которых мы будем сохранять информацию, которая нам может пригодиться потом. То есть, если мы будем создавать сделку, то мы будем записывать сюда ID сделки, сюда мы будем записывать ID компании, которую мы создали, и сумму сделки. Таким образом, мы разбиваем работу на две части. В первой части мы обеспечиваем наибольшее быстродействие при помощи живой ленты, которая нам всегда доступна. Сотрудник просто заполняет там информацию, и информация уходит эксперту на согласование. И второй список более развернутый, с которым мы можем потом продолжить работу и дополнить его потом еще какими-то полями и полученной информацией позже. Давайте вернемся с вами в презентацию. Так, мы с вами находимся сейчас вот здесь. Здесь у нас видны изображения двух наших списков и видна картинка настроек Activity для работы со списком. Сейчас я включу показ с текущего слайда, чтобы это было побольше. Вот. Для работы со списками из бизнес-процессов у нас с вами есть, к сожалению, только одно Activity, но оно нам позволяет достаточно много. Мы создаем элемент списка, и в поле «Тип документа» мы можем выбрать любой из списков, которые у нас есть на портале. И дальше Bittrex автоматически нам подставит те поля, которые мы задали в этих списках, чтобы мы могли их заполнить какими-то данными. На данный момент про списки пока все. Мы их сейчас немножечко оставим в стороне. И я немножко расскажу вам про диск. Может быть, у кого-то есть вопросы по спискам? Так. Я так что вопрос конкретно по спискам не вижу. Вообще мы в первой части, конечно, говорили там очень подробно. Я думаю, здесь можно переходить к диску. Да, давайте у нас после того, как мы с вами рассмотрим диск и сделаем первую версию бизнес-процесса, будет время на то, чтобы ответить на вопросы по текущей части нашего вебинара. Так что, если у вас какие-то вопросы есть, вы их подготовьте заранее. Да, и раз таки я вижу, есть новый вопрос, очень хороший. Это чем отличается процесс в ленте и в списке сами по себе, мы как раз к ним мы сейчас сделаем, и потом вернемся и подробно ответим. Как раз реализованный бизнес-процесс хорошо это продемонстрирует их разницу. Угу. Да. В Bittrex 24 есть такое понятие, как диск. Фактически это хранилище данных, которое организовано примерно так же, как диски на наших компьютерах. И работа с ними происходит примерно так же, как вы работаете в проводнике. Дисков есть несколько разных типов. Есть общий диск. Он доступен всем сотрудникам компании, там, разумеется, тоже можно создавать какие-то папки, и хранить там имеет смысл документы, которые необходимы в повседневной работе для всех. Бланки писем, шаблоны договоров, какие-то шаблоны коммерческих предложений, то есть то, что всегда должно быть под рукой. Есть личный диск сотрудника. Давайте, наверное, сразу перейдем на портал, и я буду показывать, где это живет.
Значит, общий диск компании у нас живет в разделе «Компания». Так и называется «Общий диск». Мы переходим на него, видим, здесь есть папки, есть какие-то файлы, видна дата их изменений. Мы можем создать новую папку, можем загрузить какой-то документ, можем создать документ прямо на диске. Если у вас подключены там Microsoft Office или Google Documents, вы можете с ним работать прямо из Bittrex. Есть личный диск, он находится в разделе «Избранное», называется «Мой диск». Интерфейс у него точно такой же. Там вам помимо тех файлов, которые вы загрузили конкретно на ваш диск, видны еще папки, которые вам доступны из других мест. То есть, вот, например, видите, у нас есть папка «Коммерческое предложение» и папка «Шаблоны документов». Это те же самые папки, которые мы только что видели на общем диске, потому что у нас есть к ним права доступа. Таким образом, на вашем диске вы видите все, что вы туда положили, плюс то, что вам доступно из других мест. И есть еще такое понятие, как группы, в которых тоже есть свой диск. Группа – это некое такое обособленное место, в котором вы обсуждаете какие-то конкретные вещи, например, какой-то конкретный проект, или там все вопросы, связанные с бухгалтерией, или там еще по какому-то принципу выделенные вопросы. Там есть точно такой же диск, на который вы точно так же можете создавать папки и загружать документы. По умолчанию те документы, которые вы грузите на ваш личный диск, видны только вам. Если вы никому на них права не дадите, их никто и не увидит. На общем диске по умолчанию, соответственно, видно всем, а в дисковых группах видно только тем, кто имеет доступ в группу. На файлах и папках диска можно точно так, на файлах диска, сори, не на папках, можно точно так же запускать бизнес-процессы. Кроме того, можно делать публичные ссылки, если вы хотите поделиться файлом с кем-то снаружи. Для работы с диском у нас Bittrex предоставляет гораздо больше Activity, чем для работы со списком. И вот сейчас на этом слайде мы с вами можем посмотреть, какие они. Вот здесь слева у меня приведен фрагмент перечня Activity для работы с диском. Что мы можем сделать? Мы можем посмотреть информацию о том объекте, который нас интересует. Вот у нас здесь вот такой небольшой фрагмент той информации, которая нам выдается. Это тип объекта, файл, папка, название, размер и URL для просмотра и для загрузки. Мы можем что-то загрузить в диск, понятное дело. Вот здесь вот ниже другой фрагмент показан для настройки этого Activity, где видно, что мы можем выбрать разные диски, которые у нас есть на портале, можем выбрать файл, который мы загружаем, и можем загружать от имени кого-то, если нам необходимы какие-то права доступа в определенное место. Точно так же мы можем загрузить не только новый документ, но новую версию какого-то документа. Это следующий Activity, но в этом бизнес-процессе мы его рассматривать не будем. Мы можем копировать, перемещать, можем создавать папку и, разумеется, можем удалять объект. Вот, собственно, основные операции, которые нам обычно нужны при работе с файлами. И теперь у нас есть возможность, во-первых, поотвечать на вопросы, а дальше мы с вами посмотрим, как же это применить вживую в бизнес-процессе. Иван, ты говорил, там какой-то интересный вопрос есть, или мы ждем, пока мы сделаем бизнес-процесс? Раз мы готовы немножко поотвечать, и, собственно, из тех вопросов, которые сейчас есть, я попробую озвучить ответ на, собственно, который был. Он звучит так. Включу себе камеру. Чем отличается бизнес-процесс от процесса в ленте и списке? Вообще, технологически, и там используется список как некоторая универсальная сущность, которую можно придумать разные поля и сделать табличку. Да, был хороший пример, аналог это таблички в Excel. Можно сделать очень разные. И действительно, в чем их разница? Бизнес-процессы, которые в живой ленте, они ориентированы на активное обсуждение и работу с ними именно в живой ленте. Когда бизнес-процесс создается, он публикуется для участников в живой ленте. Необходимое действие можно сделать прямо оттуда. И так далее. Возможность комментировать и коммуницировать участниками бизнес-процесса между собой прямо в живой ленте. А списки, которые вне живой ленте, там нет таких коммуникаций. Чтобы с ними работать, нужно переходить именно туда, как в реестр. И именно это отличие, собственно, и является тем правилом, по которому выбор делать, что именно использовать в том или ином проекте. Плюс еще нужно обратить внимание, что списки, которые не в живой ленте, они есть только в верхнем тарифе, если не ошибаюсь, их, то есть они есть не у всех тех облачных производителей, у кого есть бизнес-процесс. И выбор делается очень просто. Да, если нам нужны коммуникации,
то, собственно, мы делаем процессы в живой ленте. Если нам коммуникации не нужны, более того, скорее это будет мешать, это скорее реестр, к которому нам нужно в случае чего прийти, обратиться и узнать информацию, то, конечно, удобнее будет делать просто в списках. И как раз таки у нас в примере, да, Жень, и мы реализовали пример того и другого. Это был, собственно, наверное, основной вопрос, который я хотел дать ответ. Посмотри, если на что-то, может быть, на что ты готова ответить. Ну, вот я видела вопрос о том, как сделать так, чтобы перед помещением файла в список запросить его у пользователя. Ну, собственно говоря, тут варианта два. Либо мы создаем в списке поле типа «файл», которое он должен заполнить при создании элемента списка, и тогда этот файл будет нам доступен в бизнес-процессе. Либо же в самом бизнес-процессе мы можем перед тем, как мы пишем куда-то файл, запросить пользователя добавление этого файла при помощи Activity запрос дополнительной информации. Ну, мы можем, например, сейчас, когда будем рассматривать бизнес-процесс, вставить еще одну Activity, которая как раз покажет, как это сделать, если нам нужен еще какой-то дополнительный файл. Я думаю, что это не займет много времени. Так, наверное, тогда будем с вами переходить к созданию бизнес-процесса. Я думаю, как таки после этого появится больше вопросов, которые сможем дать ответить. Безусловно. Значит, как вы помните, у нас с вами есть три ветки бизнес-процесса, в которых мы должны что-то сделать с нашим коммерческим предложением. Мы сначала спрашиваем нашего эксперта, что же нам с ним делать, и затем, в зависимости от его ответа, мы либо отклоняем коммерческое предложение, либо мы его заносим в реестр, чтобы потом над ним подумать, либо мы сразу делаем по нему сделку. До сделок мы с вами еще не дошли. Сейчас мы с вами быстренько сделаем первые две ветки, они достаточно простые. Переключаемся с вами на наш портал. Идем в раздел «Процессы в ленте». Вот наш список согласования коммерческого предложения. И вот кнопочка «Бизнес-процессы». Мы попадаем в редактор бизнес-процессов. И сегодня мы будем создавать последовательный бизнес-процесс. Процесс со статусами мы будем рассматривать в следующем вебинаре. Ну, давайте его так и назовем. Согласование КП. Запускаться он должен автоматически при добавлении нового коммерческого предложения, поэтому мы галочку оставляем. При изменении он нам, в общем-то, не нужен, поэтому вторую галочку мы не ставим. Сохраняем. Так, первое, что мы должны сделать, это, соответственно, спросить нашего эксперта, а что же нам делать? Мы с вами как раз при помощи Activity запроса дополнительной информации это и сделаем. Кто у нас должен заполнить? Заполнить у нас должен ответственный. Мы выбираем поле документа «Ответственный», название задания «Согласуйте». Ну, ладно, выберите, что делать. И дальше напишем «С коммерческим предложением». И чтобы эксперт не запутался в коммерческих предложениях, мы ему покажем название, от какой даты оно было. Дата создания. Так. И напишем комментарии, которые мы, когда отправляли коммерческое предложение, добавили к этому коммерческому предложению. Так, поле комментарии. Так, текст кнопки в задании пусть будет сохранить. Здесь поле для ввода комментариев мы не хотим, мы не будем от него ждать никаких комментариев. Теперь нам нужно, собственно говоря, добавить тот выбор, который он должен осуществить. Что делать? У нас должно быть три варианта, и мы с вами сделаем список из трех вариантов. Отклонить, подумать и создать сделку. Нажимаем кнопку «Установить», чтобы они все заполнились. И по умолчанию пусть будет отклонить, поскольку ну, не так часто попадаются прям реально полезные коммерческие предложения. Это поле у нас будет обязательное. И вот отвечая на тот вопрос, который был в чате, как же запросить у человека файл перед тем, как писать этот файл еще куда-то, мы можем добавить вот здесь вот в настройке Activity запрос дополнительной информации поле типа «Файл». Назовем его «Файл дополнительный» и выберем тип «Файл». Оно у нас не будет обязательным, пусть будет опционально. Мы посмотрим, как оно работает. Сохраняем. Теперь на основании того, что же нам ответит наш эксперт, мы должны решить, что же нам делать дальше. Ставим условия. Условия, что делать.
Вариант первый – отклонить. Мы делаем это в случае, когда наша переменная «что делать» равна «отклонить», то, что выбрал наш эксперт. В этом случае мы, в общем-то, не делаем ничего. Мы единственное, что можем сделать, можем в нашем элементе списка поставить статус, что он отклонен, чтобы мы знали, что это коммерческое предложение было рассмотрено и признано бесполезным. Статус «отклонено». Сохраняем. Вторая ветка, более интересная – «подумать». Наше значение переменной «что делать» равно «подумать». В этом случае мы с вами, во-первых, должны сохранить наш файл в папку коммерческих предложений, чтобы она у нас лежала все в одном месте. Это у нас есть такой раздел Activity, так и называется диск. Вот мы выберем «загрузить в диск». Папка «коммерческие предложения» у нас там уже создана заранее. Открываем настройки, говорим, куда грузить. Грузить мы будем на общий диск, поскольку эта папка должна быть доступна всем. Мы здесь выбираем не общий диск, а папку диска, потому что нам же нужно указать конкретную папку. Папка диска, выбрать папку, она называется «Коммерческие предложения», лежит на общем диске. Мы ее выбираем. Файл для загрузки. Это может быть тот файл, который мы прицепили к коммерческому предложению изначально в живой ленте. Он у нас лежит в поле «Файл коммерческого предложения». Либо же, если вот вы хотите тот файл, который мы запросили на предыдущем шаге, поместить, то мы, соответственно, выбираем переменную «Файл дополнительный». Вот решение того вопроса, который вы задавали. Но нам в данном случае это не нужно. Нам нужен файл коммерческого предложения. Загружать от имени нам здесь не нужно, поэтому мы просто сохраняем. И дальше мы должны перенести ту информацию, которая у нас сейчас уже есть в списке живой ленты, в список реестра коммерческих предложений, которые мы потом будем дополнять. Это у нас создание элемента списка в разделе «Обработка документа». Перетаскиваем наши Activity, открываем. И вот мы выбираем тип документа. Вот наш список, реестр КП. Мы его выбрали, и Bittrex нам тут же подставил все поля, которые у нас там есть для заполнения, чтобы мы могли их заполнить. Дата создания у нас будет создаваться автоматически, поскольку там поле типа дата создания. Название у нас будет такое же, как название нашего коммерческого предложения в живой ленте. Файл коммерческого предложения, опять же, из живой ленты. Ответственный оттуда же, поля документа ответственный. И комментарии мы тоже, комментарии мы тоже вставим из живой ленты, чтобы они сохранились. Комментарии. На этом этапе мы больше пока ничего не можем сделать. Сохраняем и сохраняем наш бизнес-процесс. Давайте же посмотрим, как оно у нас будет работать. Идем в живую ленту и говорим, мы хотим согласовать коммерческое предложение. Купить канцтовары, например, нам прислали. Так, коммерческое предложение, ну, допустим, какой-то файл PDF. Ответственно, мы выберем сейчас меня, чтобы мы могли посмотреть, как работает этот бизнес-процесс, чтобы все согласования приходили к нам. Компания «Рога и копыта», телефон +7 499 123 4567. Отправляем. Как мы видим в нашей живой ленте, нашему эксперту, в роли которого выступаем сейчас мы, пришел бизнес-процесс с заданием «приступить». Выберите, что делать с коммерческим предложением «купить канцтовары» от бла-бла-бла. Комментарии мы здесь не указывали, поэтому комментариев у нас здесь нету. Давайте приступим и посмотрим, что же у нас будет. Вот наш список «что делать» обязательный со звездочкой. «Отклонить», «подумать», «создать сделку». И вот файл, который мы можем сюда прицепить какой-то другой. Давайте проверим ветку «отклонить». Мы выбрали «отклонить», сохраняем. Бизнес-процесс завершился. Посмотрим, что у нас произошло в списке живой ленты. Идем с вами в список живой ленты, процессы в ленте, согласование коммерческого предложения. Так, вот наше последнее. Купить канцтовары, рога и копыта. Статус «отклонено». Все верно. Есть ли у нас что-то в реестре? В реестре у нас... ничего нету. Так, нет, сейчас. Реестр у нас в другом месте. В реестре у нас ничего не должно быть, потому что мы ничего не писали. Вот нашего рога и копыта здесь нету. Значит, эта ветка работает правильно. Давайте проверим следующую.
Опять идем в живую ленту, опять запускаем наш бизнес-процесс. И, не знаю, заказать брендированный... Даже ты пока создаешь, как раз есть, спрашивают, как посмотреть файл с капты, прежде чем отклонять. Как раз можно как бы демонстрировать это вживую. Да, как, конечно. Как посмотреть файл, спрашивают по ходу. Да, мы сейчас дойдем до этапа согласования коммерческого предложения, когда придет бизнес-процесс, и мы посмотрим, как этот файл посмотреть. Так, ответственного мы опять выбираем себя. Компания, ну, пусть будет та же. Телефон в этот раз мы не будем забивать. Комментарии. Очень надо. Скоро презентация. Отправляем. Вот нам пришло следующее задание бизнес-процесса. Что делать с коммерческим предложением заказать брендированные чашки с комментариями? Очень надо, скоро презентация. Говорим подробнее. И мы видим ссылку «Перейти к документу». Если мы нажмем ее, то в новом окошечке откроется, собственно говоря, элемент, в который мы вносили эту всю информацию. И здесь под файлом будет ссылка «Скачать». Можно, в принципе, выбрать другой тип для поля файл-диск, тогда мы сможем просмотреть прямо оттуда, но мы сейчас рассматриваем на другом варианте. Вот у нас PDF, который мы прицепили. Мы посмотрели, решили, что, ну, наверное, ничего так предложение, но прямо сейчас не нужно, поэтому мы с вами выберем «Подумать» и нажимаем «Сохранить». Сейчас он подумает. Подумал. Бизнес-процесс закончился, давайте посмотрим, что у нас произошло. Сначала мы с вами проверим бизнес-процесс живой ленты, процессы в ленте, согласование коммерческого предложения. Вот, заказать брендированные чашки, очень надо, скоро презентация. А, мы забыли с вами статус поставить, что оно у нас должно быть в реестре. Надо будет поправить бизнес-процесс. Давайте проверим, записалось ли оно на диск, мой диск, коммерческие предложения. Вот наш файл, который мы разместили в коммерческом предложении. Мы можем проверить. Так, ладно, проверим позже. И посмотрим, что у нас произошло в реестре. Реестр у нас находится в списках. Реестр коммерческого предложения. Вот наш файл «Заказать брендированные чашки». Вот наш файл, тот же самый, который мы посылали. И вот информация, которую мы задавали. Так, давайте, наверное, сейчас рассмотрим какие-то вопросы по прошедшей части вебинара, чтобы потом переходить уже к CRM. Да, я как раз готов на несколько вопросов ответить. Можешь пока посмотреть и выбрать, что для ответа ты сможешь дать, какие вопросы. Значит, был вопрос, если загрузить файл в общую папку, видимую на личном диске, будет ли он доступен на общем диске? Смотрите, те папки, которые созданы, в общем-то, на общем диске, и к ним дан доступ, они могут быть видны у вас, они могут быть видны из общего диска и так далее. Физически эта папка одна и та же. И, конечно же, те файлы, которые в нее попадают, будут, собственно, и видны, независимо от точки входа. Да, то есть те папки, по которым дан доступ, могут отображаться в нескольких местах. При этом это все еще физически одна папка. Очень важный вопрос про бизнес-процесс для сущности CRM. Спрашивают, это совсем другое понятие. Мы очень подробно об этом говорили в первой части, но вкратце сейчас попробую сейчас объяснить. В BP24 есть разные объекты, сущности. Список, диск, объекты CRM. И по каждому из них можно запускать бизнес-процесс. То есть бизнес-процесс это запущен по какому-то объекту. И есть прям ряд сущностей CRM, которым запускаются бизнес-процессы в том числе. Мы просто сегодня смотрим не их, мы сегодня смотрим списки и диск. И сегодня мы покажем, как можно поработать с сущностями CRM, когда мы работаем над списком, когда бизнес-процесс запущен над алгоритмами списка. Там доступно только создание. Да? А как работать непосредственно с бизнес-процессами по сущностям CRM, это как раз-таки у нас вебинар третий из этого цикла. Так, и еще был вопросик, либо был вопрос, что можно ли выбрать компанию CRM. К сожалению, здесь мы только создаем что-то, да, как раз-таки о том, как работать с сущностями, я сказал, это будет вебинар третий, и про то, как этому всему научиться.
У нас, к сожалению, техподдержка, там, грубо говоря, не оказывает такую прям обучающую функцию, да, она констатирует, если что-то сломалось или не работает, оказывает помощь. Но вообще у нас для бизнес-процессов именно самый хороший вход еще раз это вот запись первой части курса. Мы как раз-таки сделали его очень подробный для тех, кто, может быть, ранее совсем не сталкивался. От и до, как, в принципе, пересоздаются бизнес-процессы. Посмотрите его, если вы ранее не видели, вы можете получить, ну, точно такие базовые знания, на которых можно потом опираться и делать, в общем-то, любые бизнес-процессы. Ну, собственно, я все, Жень, что-то покомментируешь, еще есть? Я там поотвечала на несколько вопросов прямо вот в списке вопросов, но вот из того, что быстро можно ответить, я пока больше не вижу. Наверное, имеет смысл перейти к CRM и доделать бизнес-процессы, а потом уже более подробно пройтись по списку. Окей. Так. Возвращаемся в нашу презентацию. Вопросы мы сделали. Это мы сделали. Дальше, собственно говоря, у нас идет информация о работе с CRM. Что такое CRM? Это раздел Битрикса, система взаимодействия с клиентами, в которой хранится вся информация о том, как мы работаем с клиентами, какие контакты мы с ними совершаем, какие договоренности достигнуты и так далее. Давайте, наверное, я сразу перейду в саму CRM, чтобы это было более наглядно. Так, лента CRM. Вот у нас раздел CRM, прям есть целая группа в левом меню с более подробными пунктами, чтобы можно было переходить сразу в конкретное место. Первое, куда мы попадаем, это лента CRM. В ней видно все происходящее из того, что мы сделали. Какие-то новые сделки, новые лиды, комментарии к задачам, встречи и звонки и так далее. В CRM есть четыре основных сущности, называются лиды, контакты компании и сделки. Лид – это такой зародыш контакта. Возможно, вам человек на выставке дал визитку, или, опять же, вам пришло какое-то коммерческое предложение, или вам кто-то позвонил и задал вопрос по работе вашего функционала. Вы толком еще про клиента ничего не знаете, но вам уже где-то надо хранить информацию о нем, и это как раз лид, куда вы можете это все записать. В лиде точно так же, как и в других сущностях CRM, есть лента. Так, сейчас я уберу вещание. В которой видны все события по лиду. Ну, в данном случае у нас людей ничего нету. Вы можете назначать встречи, звонки. Вот у вас сверху запланировать дело встречи, звонок. И можете заполнять свою информацию. После того, как вы уже начали работать по лиду, и у вас появилась какая-то более подробная информация о клиенте, вы можете конвертировать лид в контакты компанию. Компания – это, разумеется, юридическое лицо, с которым вы как-то взаимодействуете, а контакты – это либо физические лица, либо лица тех компаний, с которыми вы работаете. Это могут быть гендиректора, бухгалтеры, сисадмины, все что угодно. То есть это информация о конкретном человеке. И после того, как у вас дело сдвинулось настолько, что вы уже собираетесь, там, не знаю, выставлять коммерческое предложение, счет и заключать договор, вы конвертируете лид в сделку. И дальше вся работа идет уже, соответственно, в сделке. У лидов и у сделок есть вот такая вот линеечка статусов, которая показывает, что мы сейчас делаем с этим лидом или сделкой. Это, в общем, основная информация, которую необходимо знать про CRM. Более подробно про CRM можно узнать на соответствующем вебинаре, который посвящен только этой теме. Сейчас мы более подробно останавливаться не будем, я просто расскажу, как мы можем это использовать в нашей работе. Сейчас я вернусь в презентацию. У нас для CRM есть несколько activity, которые позволяют создавать новые сущности и, собственно, и отслеживать какую-то стадию сделки. Так, вот, вот наш слайд. Здесь справа я вырезала кусочек, описывающий activity для работы с CRM, где мы видим, что мы можем сделать. Создать новый контакт, новый лид, новую компанию, новую сделку. Можем ждать, пока сделка не войдет в какую-то определенную стадию, чтобы выполнить действие после того, как это случится. Либо записать какое-то событие в CRM, чтобы оно осталось у нас для памяти, что оно произошло. Важный момент. Когда мы работаем с бизнес-процессами на живой ленте, в списках, там, на дисках, мы можем только создать какую-то сущность CRM. Если вы хотите работать с данными, которые сохранены в этой сущности, то вы должны использовать бизнес-процессы на самой CRM. Они находятся в разделе «Еще настройки», «Автоматизация», там «Бизнес-процессы». Там точно такой же редактор бизнес-процессов, и оттуда вы уже будете иметь всю информацию, которая там доступна в лиде, сделке, контакте и компании.
Ну и, собственно говоря, теперь мы можем сделать нашу с вами самую главную третью ветку, что же мы должны сделать с коммерческим предложением, если оно нам очень полезно, мы хотим прямо уже заключать договор. Вот у нас общая схема бизнес-процесса, чтобы она у вас потом осталась для памяти. И сейчас мы перейдем обратно в редактор бизнес-процессов и ее будем реализовывать. Так, это у нас процессы в ленте, согласование коммерческого предложения, бизнес-процесса. Идем в наш бизнес-процесс и добавляем еще одну опцию, условие «Создать сделку». Значение переменной «Что делать?» равно «Создать сделку». Сохраняем. Что мы здесь должны сделать? Какая у нас есть информация, когда мы отправляем коммерческое предложение на согласование? У нас есть название компании, телефон и e-mail, ну, в хорошем случае. И, наверное, было бы хорошо, чтобы у нас в сделке была указана уже конкретная компания. Поэтому давайте мы сначала эту компанию создадим. Идем в раздел, сейчас я сверну лишнее, идем в раздел CRM, говорим «Создать новую компанию». Нажимаем, название компании у нас есть в соответствующем поле нашего бизнес-процесса. Так, компания. Тип компании у нас нету, это у нас нет, у нас есть e-mail. Мы его добавляем из поля бизнес-процесса e-mail компании. И есть телефон. Точно так же мы его добавляем из поля. Больше нам здесь пока указать нечего, поэтому мы просто сохраняем. И вот теперь, когда у нас уже создана новая компания, мы можем создать новую сделку. Название давайте сделаем такое же, как название коммерческого предложения. А, вот что мы с вами забыли. Нам для того, чтобы сделать сделку, нам необходимо у человека запросить, какая сумма будет у этой сделки, потому что эту информацию мы до этого пока никак не указывали. Поэтому мы еще одну activity, запрос дополнительной информации сюда вставим и скажем ответственному, поля документа ответственный, укажите сумму сделки. Так, и здесь мы добавим с вами поле с названием сумма сделки. Типа число. Сделаем его обязательным, сохраним, сохраним. Вот теперь у нас есть информация о сумме, мы можем ее сюда вставить. Так, название у нас равно названию нашего коммерческого предложения. Сумма у нас берется из дополнительных результатов. Вот здесь мы ищем, где же у нас было запрос дополнительной информации. А, пардон, переменные, суммы сделки. Валюта у нас будет рубли, вероятность ответственная у нас будет тоже ответственная, что и по коммерческому предложению. Комментарии давайте тоже скопируем, чтобы они были. Компания, где компания? Вот компания. Вот здесь вот компания. Мы выбираем из раздела дополнительные результаты. Так, где наша activity создание новой компании? Вот, создание новой компании, ID созданной компании. Он-то нам и нужен. Выбираем этот ID. Ну и, наверное, больше нам здесь ничего не нужно. Сохраняем. И дальше мы должны в нашем списке бизнес-процесса указать, что наш статус изменился и стал в работе. И вот здесь вот мы забыли статус тоже поставить. Давайте мы его сразу вставим, чтобы все было правильно. Тут у нас будет статус «Подумать» в реестре. Так, все ли мы учли? Мы создали новую компанию, мы запросили сумму сделки, мы создали новую сделку и записали наш список. Наверное, все. Сохраняем. Давайте проверим, как оно работает. Да, и как раз есть еще один хороший вопрос, чтобы его показать вживую. Можно ли что-то обсуждать по процессу? Как раз таки хорошая демонстрация, для чего мы делаем именно в живой ленте первую нашу часть процесса по списку в живой ленте. Можно показать. Хорошо. Так, вызвать курьерская служба. Допустим, у нас плохая курьерская служба, а нам вдруг предложили хорошую, которые возят все дешево и быстро. Выбираем опять файл коммерческого предложения, ответственного опять поставим себя, чтобы проверить. Компанию назовем, там, не знаю, «Меркурий». Телефон зададим ей.
и email какой-нибудь. Комментарии. Заменить нашего курьера. Отправляем. Вот нам пришло задание бизнес-процесса, и теперь о том, как его обсуждать в процессе. Во-первых, вот у нас есть поле комментария. Эти комментарии будут видны, собственно говоря, в сообщении согласования бизнес-процесса. Еще вариант обсуждения – можно создавать само поле комментариев в бизнес-процессе, и оно тогда сохраняется там, в логе, допустим. Но, на мой взгляд, это не очень удобно. Живая лента удобна как раз тем, что можно устроить живое обсуждение того, что происходит, со всеми нужными лицами. Вот мы обсудили сами с собой нашего курьера. Ну и давайте приступим. И говорим, что да, мы хотим сразу создать сделку. Вот видите, вот тут наши комментарии тоже видны. И мы можем добавить еще один новый, но нам пока это не нужно. И говорим «Сохранить». Вот наш бизнес-процесс запрашивает у нас сумму сделки. Ну, допустим, это стоит, не знаю, там 20 тысяч рублей. Вот, кстати, поле комментария, которое по умолчанию делается из бизнес-процесса, если его не отключить. Можно и здесь ввести комментарий, но если мы потом нигде его не покажем сами вручную, то никто его не увидит. А вот эти комментарии видны всем. Так, бизнес-процесс завершен. Давайте посмотрим, как у нас это все получилось. Процессы в ленте. Согласование коммерческого предложения. Вот наш курьерская служба, статус в работе. Все правильно. Теперь идем в CRM. Смотрим. Вот в ленте у нас создалась новая сделка, курьерская служба. Давайте в нее перейдем и посмотрим, что мы видим. Вот наша компания «Меркурий», которую мы создали, у которой есть e-mail и телефон, который мы указали, сумма сделки, ну и название, и ответственный, тот, которого мы сказали. Все работает. Наверное, сейчас все. Я готова отвечать на вопросы, если они есть. Так. Я предлагаю, сейчас я дам ответы на вопросы такие общего характера организационные, которые понимаю. Здесь очень много было вопросов о том, как нам создавать сделку, при этом не дублировать компанию, если, например, ну, одинаковые. Это, наверное, может быть не такой простой кейс. Попробую, мы здесь порекомендуем слушателям, а я пока поотвечаю на то, что себе отметил. Значит, был вопрос, как вернуться к процессу после подумать. На самом деле, мы, когда проектировали процесс, здесь нету, не заложена идея, то, что после подумать мы возвращаемся именно в живую ленту. Вообще, бизнес-процесс, он, получается, должен работать... Участок между есть, ну, условно, там, секретарь, к примеру, офис-менеджер, который принял заявку, и человек, который должен ее увидеть и что-то решить по ней. И вот бизнес-процесс решает именно этот уровень. Да, соответственно, если человек, который принимал решение о том, что хочет подумать, и положил ее себе, он положил себе ее в список, он знает, где она есть и так далее. И в нашей схеме, если предположить, что ее расширить до того, что... Те, которые отложены, тоже будут дальше пущенную работу, нужно там создать свой бизнес-процесс, другой, да, который вы будете что делать. Ну, наверное, получается в данном случае создавать там ту же самую сделку или что-то еще. То есть это уже отдельный уровень. В принципе, то есть можно делать именно так. Или можно делать более сложный процесс со статусами, об этом мы поговорим завтра. Значит, следующий вопрос. Если подумать, да, над нашим предложение нужно до определенной даты. Как это реализовать? Первое, что приходит на ум, это задачи. Мы как раз-таки в первой части курса очень подробно рассматривали, что есть задание бизнес-процесса, а что есть задача, та, которая обычная задача в BITRIX24. И когда стоит использовать те или другие, и из бизнес-процесса можно поставить задачу, в том числе задав ей определенный срок, дав ей описание, поставив ответственного и так далее, и так далее. Если вам нужны конкретные даты, а не чтобы просто висело задание бизнес-процесса, да, которое тоже висит в менюшке, циферка, и человек знает, что у него есть задание не решено, но это не то же самое, что конкретный срок. Тогда, возможно, удобнее воспользоваться задачей. И бизнес-процесс можно остановить, пока задача будет не будет выполнена.
И у сдачи можно поставить срок. Таким образом это решается, и как это делается, можно посмотреть за запись вебинара. Мы очень подробно это показывали в первой части курса. Также вопрос, можно ли бизнес-процесс добавлять наблюдателя или публиковать результаты другим пользователям бизнес-процесса. Вообще вы сами управляете с помощью каждого конкретного действия, какие пользователи получают его видео и так далее. Вы очень хорошо управляете правами доступа к самому по процессу. К примеру, в списке можно настроить так, что видят определенные люди, а не только те, которые участвовали в бизнес-процессе. И те, которые контролируют, можно смотреть на список в принципе, что в нем есть, какие в нем есть данные и так далее. Можно подобрать действия, которые что-то как-то привлекут нужного вам пользователя. Например, для руководителя добавить действие ознакомления, что он просто ему придет действие, он увидит, что бизнес-процесс, он может нажать там «да», «нет», в плане «увидел». Да, и так далее. То есть, опять же, это, наверное, больше про первую часть, больше про азы и основы использования бизнес-процесса. Так. Да, я, пожалуй, те вопросы, которые мог ответить, прокомментировал. Женя, что мы сказали что-нибудь? Так, про дату процесса подумать над КП вы мне не ответили, а дата процесса... Это я, собственно, сейчас порассказывал по поводу того, как на дату начать какое-то действие, срок делать. Ну вот здесь спрашивают, можно ли настраивать статусы у лида под себя. Я написала, что да, можно, это есть в разделе настроек CRM, там и статусы сделок, и статусы лидов вы можете под себя настроить. Но более подробно, опять же, это раздел CRM. Можно ли стартовать БП по созданию лида? Да, можно. Опять же, это бизнес-процессы в CRM, находятся они в разделе «Еще настройки, автоматизация», и там вы можете выбирать, стартовать их по созданию какой-то сущности или по изменению, точно так же, как в живой ленте, там, по созданию списка, по изменению элемента списка. Вообще, наверное, создание, запуск бизнес-процесса по созданию лида, наверное, один из популярных, и, наверное, мы что-то сможем показать конкретно уже в вебинаре, это третий будет. Вот мы бы даже по созданию лида сделали. Посмотрим, какой будет интересный пример получиться. Иван, а про шаблоны бизнес-процессов, где взять, ты не рассказывал? Нет, я вот здесь ответил, что все нестандартные. Да, ну, во-первых, есть ряд стандартных систем, которые поставляются с облаком или с коробкой, но, в принципе, разработка бизнес-процесса – это задача наших партнеров в первую очередь. То есть, если вы как клиенты хотите автоматизировать, но при этом сами по какой-то причине не хотите или нет такого возможности, при этом, в общем-то, материалов, как делать бизнес-процессы, очень много, и, собственно, наши курсы сегодняшние, они посвящены именно этому. Функция наших партнеров, в том числе, помогает вас автоматизироваться. Вы можете в нашем сайте и списке партнеров выбрать партнеров, дать им автоматизацию по тому или иному бизнес-процессу. Наверное, это самый простой способ получить нужный вам шаблон. Ну или сделать самостоятельно. Так, чтобы сейчас где-то готовый рынок шаблонов существовал, пока что я об этом еще не знаю. Ну, вот есть, потом не знаю. Вот тут спрашивают, кому видно комментарии, которые мы писали к нашему бизнес-процессу. Эти комментарии видны тем, у кого есть права на доступ к этому бизнес-процессу. По умолчанию это тот, кто его стартовал, и тот, от кого сейчас ожидается какое-то выполнение задания. Но в самом бизнес-процессе есть activity установки прав, где вы можете дать права всем, кому считаете нужным. Администраторам, там, не знаю, финансовым менеджерам. В общем, всех, кого хотите, вы можете подключить, тогда они тоже будут это видеть. Это вот опять же к тому же вопросу, что и можно ли добавить наблюдатель. Да, вы можете дать кому-то права наблюдать этот бизнес-процесс. Так, ну, как перейти из бизнес-процесса в ленте к бизнес-процессу в CRM? Ну, как вариант, вы можете создать бизнес-процесс в CRM на создание какого-то элемента, а из бизнес-процесса в ленте этот элемент создавать. Тогда после того, как вы его создадите, у вас запустится новый бизнес-процесс. По клиенту CRM, да, то есть это как, то есть такая штука, вы заранее закладываете в нужный момент CRM действия, а толкаете этот процесс из нашего бизнес-процесса по элементу. То есть можно так вот даже такую конструкцию создавать. Угу. Так, бизнес-процесс в ленте видят все или только участники бизнес-процесса? Только участники бизнес-процесса и те, кому вы дали права его видеть. А другие это видеть не будут. У каждого лента своя, она как бы показывается в зависимости от тех прав, которые есть у пользователя. Так, ну, наверное, я предлагаю дальше, да, у нас не так много времени, мы почти уже час. Давай дальше пойдем. Так, значит, вот
Вот наша схема бизнес-процесса, которую мы с вами создали, вот все три ветки. Эта презентация вам будет доступна, вы сможете ее посмотреть и попробовать реализовать, допустим, у себя. На вопросы мы поотвечали. Сейчас у нас есть несколько... у нас есть итог вебинара. Мы показали, как работать с диском, как работать со списками, как использовать CRM в работе. И на следующем вебинаре мы будем рассматривать другой тип бизнес-процессов со статусами. И рассматривать мы его будем на примере согласования документа в разных инстанциях вашей компании. И у нас есть несколько вопросов с прошлого вебинара, на которые мы хотели дать ответ. Так, сейчас я уберу это окошечко. Можно ли использовать данные поля одного бизнес-процесса в другом бизнес-процессе? К сожалению, нет. К сожалению, данные, которые вы используете в бизнес-процессе и создаете внутри бизнес-процесса, доступны только изнутри него самого. Если вы хотите, чтобы эти данные были доступны какому-то другому бизнес-процессу, то вы должны их где-то сохранить. Это может быть либо пользовательские поля CRM, если вы работаете с бизнес-процессами в CRM, это могут быть либо поля списков, как вот мы с вами могли на этапе создания сделки записать потом ID сделки в реестр. Вот, кстати, что мы не сделали. Я сейчас вспомню. Да, Жень, если я так помню, у нас, кажется, я не вижу твой экран. Посмотри, у тебя не стоит на паузе трансляция. У меня нет, show my screen. Вот, да. Видимо, оно отключилось в какой-то момент. Сейчас видно? Да, все, да, окей, вернулся. Да, спасибо, что сказал. Да, так вот, для того, чтобы вы могли использовать какие-то данные в бизнес-процессах, в других, вы должны их где-то сохранить. Вот это самый важный момент, который надо знать. В CRM-сделках есть привязка к контакту. Там есть контакт ID, а нам нужно имя, фамилию клиента получить. Можно ли как-то преобразовать? Вот это мы можем показать прямо сейчас, прямо вживую. Давайте перейдем с вами в CRM. И пойдем в раздел «Еще», «Настройки», «Автоматизация», «Бизнес-процессы». Вот у нас сделка. Есть список шаблонов по сделке. И вот у меня тут уже есть небольшая заготовка получения фамилии, имя, отчества. Она состоит из единственного activity уведомления. И вот давайте мы возьмем поле сделки «Контакт». Так, поля документа. «Контакт». Вот у нас документ «Контакт ID». Сохраняем и посмотрим, как это будет работать. Мы с вами должны получить ID-шник, то есть цифру. Собственно, в этом и заключается вопрос. Вот у нас есть контакт с Ивановым Михаилом, на нем мы запустим бизнес-процесс получения FIO и получим уведомление, которое содержит цифру 4, которая является ID нашего Иванова Михаила. А вот если мы хотим получить Иванов Михаил, то есть его фамилию и имущество, нам надо использовать модификатор. Модификатор этот называется printable. Используйте очень просто. Так, возвращаемся в наш бизнес-процесс. И просто к нашему контакт ID дописываем в конце подчеркивание printable. Этот модификатор работает для полей, у которых есть несколько вариантов значений, что называется. ID контакта, либо имя контакта. ID компании, либо имя компании. Но это самое вот часто используемое. Вот мы его впечатали, сохранили. Давайте еще раз посмотрим, что мы теперь получим. Теперь, если мы его заново запустим на нашей той же сделке, мы получим Иванов Михаил, что мы и хотели. И третий вопрос. Тут, наверное, F5, наверное, если нажать, будет нам видно трансляцию, а не редактирование. Опять? Ну, запусти презентацию. Тебя хорошо. В таком режиме. Ага. Да. Блин. Отлично. И последний вопрос, на который мы хотели ответить с прошлых вебинаров. Существует ли режим отладки? Изменило поле, теперь бизнес-процесс прерывается, ссылаясь на старый идентификатор поля. Точку бизнес-процесса, где происходит ошибка, я вижу, а при проверке этой точки идентификатор поля правильный. Как отловить? Ну, к сожалению, режима отладки не существует. Но насколько я могу оценить вот эту ситуацию, которая описана в вопросе, скорее всего, речь о том, что... Есть бизнес-процесс, который запустился до того, как вы внесли в него изменения. Ну, то есть, например, у вас был процесс согласования из трех шагов, вы запустили это согласование на каком-то документе, а потом, пока оно еще идет, вы взяли и поменяли бизнес-процесс, и теперь у вас четыре шага.
Так вот, тот бизнес-процесс, который вы запустили до изменения, он все равно будет состоять из трех шагов, потому что он уже запустился по той схеме, которая была раньше. И, скорее всего, это та же самая проблема. Так, как вариант, вы можете, допустим, прервать тот бизнес-процесс, если это там ключевая ошибка, и запустить его заново, чтобы он пошел уже по новой схеме. Иван, еще какие-то интересные вопросы появились, нет? Ну, есть буквально один вопрос, на который я могу ответить прям сразу. В общем-то, тогда давай я перейду к завершению вебинара, ты можешь пока еще посмотреть на вопросы, которые сможешь дать ответ. Сейчас я переключу к себе экранчик. Да, собственно, подведем итог. Еще раз, очень важно, все постоянно спрашивают, обязательно будут всем доступны материалы. Мы делаем прямо рассылку всем участникам с подробными ссылками. Просто здесь нужно пройти в почту и не пропустить. На странице лендинга, где вы записывались на вебинары, кнопка «Записаться на вебинар» заменяется на ссылку на материалы по тем, которые прошли. В целом у вас будет всегда информация. Также мы планируем ближе к следующему вебинару сделать рассылку и вас спросить, что вам было понятно, что непонятно, что у вас получилось, может быть, на практике поэкспериментировать с тем, что мы вам дали, с теми материалами, чтобы вам дали обратную связь, что понятно, что непонятно, чтобы вы понимали, что показывать в материалах, как подробнее, менее подробно и так далее. Еще раз про BitWiz24, где без процесса очень много спрашивали и в течение вебинара. Повторюсь, это аккаунт с тарифом не менее как команда, если вы используете облако. В коробке также есть. Если вы, у вас тариф меньше, вы можете включить демо-режим. Даже на бесплатном аккаунте вы можете включить демо-режим, его будет 30 дней у вас на все функции, в том числе бизнес-процесса. Демо-режим включается один раз. Если вы уже включали, вы можете зарегистрировать сейчас в новый портал для обучения и включить в нем. Собственно, буквально попробую еще ответить на несколько вопросов, которые есть. Я обратил внимание на вопрос про модификаторы, мы показали сейчас один, где посмотреть остальные. Действительно, модификаторов несколько. Вообще, это большая тема, в том числе для IT-специалистов по приведению данных. Там очень много возможностей, целая табличка по приведению одного типа данных к другому. И, во-первых, мы посвятили часть урока, первую часть именно модификаторам, и вы можете посмотреть... вернуться в первую часть, посмотреть записи и материалы. Во-вторых, у нас есть курс по бизнесу по процессам. Вам ссылка доступна на сайте BitWiz24 в разделе «Помощь», прям на целый обучающий курс, где подробно описаны различные возможности и функции BitWiz24, в том числе раздел «Бизнес-процессы». И там подробно перечислены все модификаторы и как они работают. У меня, пожалуй, все. Жень, ответишь на что-нибудь? Так, ну я вот отвечаю сейчас на вопрос, как можно из Bittrex24 из Excel перенести базу. Она немножко не по теме, но я ответила, что можно воспользоваться импортом данных из Excel, но вам ваши данные придется привести в ту форму, которая требуется Bittrex'у. Для того, чтобы понять, какая форма требуется, вы можете сначала взять и экспортировать из Bittrex'а данные, и у вас прям таблица будет нужной структурой, вот в эту структуру вам нужно будет перевести свои данные, и потом вы сможете их импортировать. Так, что еще здесь было? Где найти списки живой ленты в коробке? Я вижу только еще процессы настройки. Да, к сожалению, это в коробке только так. В коробке нету короткой ссылки на процессы живой ленты, потому что... Ну, потому что... Потому что так, да. Зачем ввели ограничения на бизнес-процессы? Ну, это, к сожалению, вопрос точно не по теме вебинара. Проект застрял на согласовании заказчика. А, вот еще был полезный вопрос, сейчас, секундочку. Сделка обычно с покупателями, а вот бизнес-процесс на создание сделки по согласованию коммерческого предложения должна быть с поставщиком. Можно ли выбирать нужный бизнес-процесс для старта? Ну, вообще, в универсальных списках и в CRM вы можете выбирать нужный бизнес-процесс. Сейчас я покажу, там в контекстном меню этот перечень бизнес-процессов присутствует. Вот в живой ленте вы выбираете просто выбирая сам процесс. То есть вот смотрите, вот у нас список сейчас, сделок. Подожди, если хочешь показать, я переключу на тебя трансляцию. А, ты у меня отключил? Извини. Так, видно мой экран? Вот теперь появился.
Да. Вот мы находимся в CRM, у нас список сделок. У каждой сделки слева есть так называемое бургерное меню. Если мы ее откроем, его, то у нас вот здесь вот есть список «Новый бизнес-процесс». И здесь у вас будут перечислены все бизнес-процессы, которые можно запустить из сделок. Точно так же в лидах у вас будет список бизнес-процессов, которые можно запустить из лидов. Точно так же из списка. Где у нас списки? Списки вот, реестр КП. Ну, здесь у нас бизнес-процессов еще пока никаких нету, поэтому ничего не показывается. А в живой ленте вы выбираете просто вот здесь вот, когда выбираете процессы. У вас вот здесь вот будут перечислены те процессы, которые видны в живой ленте. Вот так происходит выбор. Наверное, на этом все. Хорошо, я дам еще на один вопрос ответ. Про ограничение доступа к комментариям. Да, конечно же, мы говорили, что комментарии и так доступны только тем, кто участвует в бизнес-процессе. Остальные пользователи портала не будут видеть ни по самому процессу в живой ленте, ни комментариев к нему. Тогда, собственно, на этом мы будем завершать. Спасибо большое всем участникам. Я коротко анонсирую, что, собственно, следующий вебинар будет посвящен у нас бизнес-процессам со статусами. Приходите, мы покажем и объясним подробно, для чего такие бизнес-процессы нужны, как с ними работать. Вообще-то, конечно, очень огромная возможность автоматизации с помощью таких бизнес-процессов. Если вам более интересна тема по CRM, то это вебинар будет на встрече аж через, не в следующей неделе, а через неделю. Также во вторник мы более подробно поговорим по бизнес-процессам, по CRM-объектам, покажем вам интересные примеры. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. Всем до свидания.